Акраме не глаудес, амінь на месті етам, амінь верний і істинний, кламане фрайдес. І так, рабе не глаудес, приклоні ухо своє, ава очі народ, мой лемене гейда. Ібо буду говорить, алфа, рамене глорія, в этот вечерній час к душе твоєй. Раменту ламене гейсун фрайте. Каких разных я собрал тебя, ава очі народ, мой на это место. Ламен готер файзен, армен гойсен. Фаде, ава отче, оцінив ли ти любов мою вполне, кламени гол фараудес, алілюя, ава отче, благодариш ли ти мене, амінь, алілюя, ава отче, за жертву Голгофи, рамине гейдул файзен, алфа, рамине глорія, алілюя, Дух Святой на этом месте, амінь, а я скажу тебе, не всегда благодариш, кламени гей сурфаде, и приходиш по привычке, лай, а я желаю, амінь, дабы обновила сила твоя, амен, кламене гей сурфату, дабы ти набирал запас, крамене ген скамане лебеде гейсен, ибо великі предстоят испытания, народ мой, ламене гламене гейсен. И вот говоришь в сердце своем и в разуме, слышал я это слово и не раз, амен, голфарайт, а я с любовью говорю к тебе, приду, предупреждаю тебя, народ мой. Время будет великих испытаний народа моего на этой земле, кламене гейсун фрайт. И как устоишь, ох, лабеде гес карабаде лемен гейс. А как дети твои устоят, ремен гламене гейсун фрату. И так, амен, готе лемене гейсур файте, возьми во внимание слово мое. Ремен ту лемен гейсур файте. Великое подвязание необходимо за наследие твое, аминь, кламене глория, ава отче, ибо я знающий ключ, имеющий к их сердцам, клемен гор фарайсе, и то, что невозможное кажется твоей душе и твоим очам, и разуму твоему, ламене глория, ныне говорит Дух Святой на этом месте, я Господь, аминь, алфа, рамене глория, желающий спасать, крамене глаз мой, аминь, желающий наделить силой своей, крамене ген парамене алфа, аллилуйя, и употребить молодое поколение для славы своей, кламен готеремен гейс, но как оскудела вера твоя, рабеда гламен гейсен, ава отче, как молитвы твои часто невнятны, лемен готеремен гейсен, и стоишь пред лицем моим с опущенной головой, амен готе, и не возносишь моления, армене генса лемен гейс, и не берешь ночных страж, ремен, готе, лемен, а говоришь в сердце своем, отчего, Господь, ты не отвечаешь, лемен, файмен, гейс, ох, как нужно приложить усилия, ремен, готе, лемен, гейс, ибо прилагающие усилия восхищает, лемен, глария, благословение, лемен, гейсен, ава, отче, Дух Святой на этом месте, ремена глаз мой, аминь. И так, народ, объединяй усилия свои и молитвы свои в одно, говорит Дух Святой, не спорь, ремен, готе, лемен. Не смотри на другого, рабиде глаудес, кементу, лемен, но смотри внутрь себя, аминь, Дух Святой. Смотри в сердце свое и скажи Богу твоему, Господь, испытай меня, лемене, глария, фарамен, не на опасном ли я пути, рабиде гламене, гейс, и как наследие мое, аминь, я домашний, мой лемен, глайфрайте, и я буду говорить с душой твоей, ава отче, я буду открывать тебе, лемене, гламене, гейсен, ава отче, и покажу тебе путь превосходнейший, ремене, гейсен, файте, а радость, радость, как она тухнет в многих сердцах, и говорят, Господь, Господь замедлил с ответом, ремен, ту лемене, гина, файсен, ава отче, нет, алмене, гейсен, фрайт, знай, как каждая душа, ламене, гламене, гейс, что я положил пределы, времена и сроки, амен, готе, ламене, гейс, и все совершается, аминь, по плану моему, аминь. Многое тебе непонятно, ламене, глория, ава, отче, на этой земле, аминь. Но в вечности ты уразумеешь, кламене, гламене, гейс. И так, народ мой, ламене, гламене, гейс, это место, рабаде, глаудес, аминь, определила рука моя, аминь. И я, раменту,
Отче, собираю вас, Альфа, Рабе де Глория, дабы этот жертвенник строился, амен, готелеменейс, и возносилось это курение, Рабе де Гламенейс, это благовонное курение, раментус кемен, гламенейсен, Ава, Отче, пред престолом благодати, гломене, гиту файсен, Ава, Отче, и дабы ты, Ава, Отче, аминь, напиталась душа твоя, укрепились ноги твои, аминь, амен, готелеменейс, и светильник твой не тухнул, ремен, готелебедейс, ибо как много страхов приходит, Альфа, ремен и Глория, как много новостей приходит, Ава, Отче, как много, амен, гот, и вопросов приходит в душу твою, аминь, и некоторые колеблются, лемен и Глория, говорят, а где же ты, Господь, арбеделенегейсен, разве не видишь ты, лемен, гот, и ременейсен, и потому говорят, народ мой, приготовляйся, ребеде гламенейс, на великий день брани, лемене глория во отче, дабы чресла твои были припоясаны к ламене истинам моей, раменту лебеде гламенейсен, а во отче, и когда придет година искушения на эту землю, о, народ мой, если бы я открыл к лабеде гейсен фрайте, великие перемены будут, ремене гламенейсен, а во отче, великие мятежи будут рабаде кламенейсен, ава оч. Скудость будет ламена голфа рамена ава оч. У многих задрожат колени, клаймен гот ламенейс. И когда приду к тебе за советом, что ж скажешь ты? Из своего сокровища что вынес ты, амен гот ламенейс? Если опустошенный врагом, раманту ламена гейсен фрайта, если сам боишься, амен гот ламенейсен, если сам не можешь спать по ночам, кроме голфарайте, как сможешь утешить ближнего твоего, как сможешь услышать голос мой, ласка неба рамена глория на этом месте, и потому говорю ныне к душе твоей, ламен готеребрейсен, вооружайся, аминь, кроме лаудеса во отче, словом моим, аминь, Дух Святой, запасайся молитвенным запасом, кламене глория во отче, стой в проломе, аминь, за наследие свое во отче, да не опускаются руки твои, говорит ныне Господь, ибо брань великая, Ава, Отче, за души их, алмен гетерфайсе, и нужны, Ава, Отче, подвязающиеся, так ныне говорит Дух Святой, и так говорю тебе, ободрись, народ мой, на этом месте, ибо я есть Господь, слышащий и отвечающий, аминь, аминь, Ава, Отче, кремене